Всем привет, с вами Алексей, 22 июня 2022, и хочу показать вам один из сортов, которые на сегодняшний день являются достаточно редкими, даже у нас, то есть купить оригинал достаточно тяжело, и поверьте, он все-таки немножко обделен вниманием на самом деле, потому что супер высокоурожайный, прекрасных вкусовых качеств, морозостойкий и так далее. Ежегодно дает прекрасный урожай. Это прикоп. Это прикоп. И многие вот спрашивают, ну а когда же можно ожидать орехи, допустим? А вот когда. Вот смотрим. Смотрите. Маленькое растение в прикопчике дало веточку. И все, на нем зависть орехов. Естественно, я ее нещадно удаляю, потому что она будет забирать ценные питательные вещества. То есть прекрасный посадочный материал. Что такое прикоп? Прикоп идут в основном растения, которые не годятся для продажи. В основном с очень маленькой корневой или какие-то некрасивые или что-то еще. Тем не менее, результаты мы видим. Даже орех. Так, идем дальше. Здесь вот прям пучком связаны. Там у них развивается корневая система. Судя по листу, чувствуют они себя прекрасно. Здесь паутин, все замечательно. И вот, пожалуйста, результаты. Вот. Веточка. Здесь я удалять не буду, потому что растение, в принципе, не совсем маленькое. Пусть будут. Вот сорт Боровского начинает развиваться. Замечательно. Еще где-то видел. То есть потихоньку процесс идет. То есть при хорошем уходе, по моей системе, я ее неоднократно не рассказывал, можете посмотреть по видео, она не сильно сложная, там идет нитроамофоска у меня, гуматкалия, иногда по подкормке раз в неделю опрыскивания, и комплекс микроэлементов фирмы ПКМ Стимул, и все, то есть, ну и поливы, конечно, постоянные поливы, и, соответственно, вот такие вот получаются результаты, то есть, мои основные сорта Боровской, Трапезунд, Шедевр, ну, это на сегодняшний день, каталонский, очень быстро у меня вступает под ношение. Поэтому, если применять мою технологию, соответственно, вопрос о том, когда я получу орех, ну, через годик точно, через пару лет вы будете уже со своими орехами. Первые мы аккуратненько удаляем, оставляем себе немного, да, для сигналочку убедиться в сортности, попробовать наконец-то увидеть свой орех, да, это замечательно. А все, на следующий год уже можно потихоньку оставлять орешки. Так что вот такая ситуация. Все очень просто. И вот такие вот можно прекрасные результаты получать от наших украинских просто замечательнейших сортов. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Кому понравилось, поставьте лайк, пожалуйста. Подпишитесь, кто не подписался, напишите комментарий. Всем огромный привет из Харькова. Всем мирного неба над головой. И всем пока.